Доброе утро всем. Сегодня утром разрушили стену. На все про все ушло 2 часа. 600 операций. Тупое событие. Много времени затрачивает. Никакого драйва нет. Веселухи, фана. Просто тупо 2 часа создаешь кооперации. С 2 коопераций сразу собирается вся личка и можно дальше спать идти. Если где-то в топ не лезешь. Я по 3 кооперации успел сделать, проснулся в 6 часов, на час опоздал. Тридцать первое место. Слабенько, конечно. А некоторые все 2 часа били. По 70 тысяч очков заработали. По 20-30 кооперации у них было получается. Задроты. Также сегодня у нас рекорды. Статуи. Трата голды и покупка голды. Последние 2 меня слабо интересуют. Сорок первый замок, 4,5, 11. Так, статуи перебирать пока не пробовал, просто усилю из того, что есть. 2 редкие сделал. И подарочный оракул с пропуска. Его усилю разок. 6 миллионов сущностей осталось. Перебирать даже нет смысла, как вижу. Потому что нет у меня янтаря этого. А надо аж по 700 его. Ну и так неплохо. 5 наград тоже нормально. Очень сильно жду эмблем. Завтра, скорее всего, будут эмблемы. Завтра последний день. Похоже, артефакты они убрали из лихорадки вообще. Потому что не было до сих пор события на стойкость. На эмблемы не было. Хотя могут и запихнуть вместе эмблемы с артефактами. Мы строимся в сторону голема. Здесь немного нам осталось. Будем забирать этот замок. На этом у меня все. Джурна, сводка закончена.